Добрый день, друзья, привет! С вами канал Индубай, меня зовут Азат Надыров. Давно мы с вами не виделись, уже несколько месяцев. И сегодня очень необычное видео. Как вы видите, мы сейчас находимся вовсе не в Эмиратах. За мной вот желтые, красные листья, деревья. Я в куртке, в свитере. Честно говоря, очень непривычно снимать видео для Индубай, находясь в России. Почему? Потому что обычно видео Индубая – это видео из Дубая, из Эмиратов, чтобы было видно все небоскребы, все там пляжи, людей, шопинг, всю красоту. А тут вот ни с того ни с сего вдруг, почему вдруг решили снять в России? Объясню очень просто. В последнее время меня просто завалили вопросами на тему, почему вы до сих пор в России, почему вы не вернулись в Эмираты, с чем связано, что вы в России. Сегодня в этом выпуске я отвечу на самые популярные вопросы, которые поступали мне от вас, дорогие друзья, дорогие зрители, за последние несколько месяцев. Да, время летит очень быстро, мы не виделись с вами уже, так, сейчас я скажу сколько, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Мы с вами не виделись, кстати, друзья, почти полгода уже я не выходил с вами на связь через наш YouTube канал Индубай. И прежде чем ответить на самые популярные вопросы, которые я получал за последнее время, я все-таки расскажу небольшую предысторию, как так получилось, что мы сейчас в России и снимаем видео из России. Итак, все началось в апреле этого года, 2014. Мы с женой поехали в Россию, вернее, полетели в Россию для того, чтобы повидать родственников, родителей, то есть на так называемые летние каникулы. Мы планировали пробыть в России 2 месяца и затем обратно вернуться в Эмираты. Вообще, честно говоря, летняя погода в России, апрель, май, а затем и июнь, нам очень понравились. Мы просто реально наслаждались летом российским, потому что погода была такая не жаркая, было прохладно и хорошо. И мы решили остаться подольше, то есть мы задержались на июнь, июль и затем на август. В принципе, планы были такие, что раз погода хорошая в России, нам она нравится, нас она устраивает, каких-то особо срочных дел в Дубае у нас не было, и поэтому мы решили задержаться подольше в России и побыть подольше с родными, с близкими. И тем временем, пока моя жена Аня наслаждалась прекрасным российским летом, свежим воздухом и зеленью, там, красивыми деревьями, хорошей погодой, я решил уделить больше внимания развитию своего бизнеса. Наверное, многие из вас знают, может, кто-то не знает. В Москве у нас есть офис компании «Документ24». Мы оказываем услуги по консульской легализации документов. Раньше мы занимались легализацией документов только для Эмиратов. Ну, а теперь мы делаем легализацию документов не только для Арабских Эмиратов, а вообще для любой другой страны мира. Очень популярное направление – это Китай, Саудовская Аравия, Египет, Чили и Катар, Бахрейн. Ну и вот, в принципе, в течение всего этого лета, находясь в России, я только этим и занимался, развитием собственной компании по легализации документов. Также, пока мы находились в России, мы встречались и общались с нашими друзьями, знакомыми, близкими. И одни наши друзья, Андрей и Лиана, вам привет, Андрей и Лиана, предложили нам на зимовку поехать в Таиланд. Нас эта идея очень заинтересовала. Мы прям загорелись желанием поехать в Таиланд и уже вот-вот чуть не полетели, скажем так. Но вот в последний момент все-таки передумали и решили остаться в России. То есть изначально у нас были планы на зиму 2014-2015 год перезимовать в Таиланде, а уже потом вернуться в Эмираты. Но сейчас мы поменяли решение и приняли решение, что остаемся в России на зиму 2014-2015 год. Соответственно, зимуем в России, а в Эмираты уже полетим, наверное, я думаю, где-то уже летом, ну, ближе к осени 2015 года. Теперь отвечу на самые ваши животрепещущие вопросы. Почему же вы уехали? Самый вопрос, который меня удивляет, это очень многие люди спрашивают, почему вы уехали из Эмиратов? Наверное, вы разочаровались. Что не так? Расскажите нам всю правду, чтобы мы тоже знали, чтобы мы тоже не ехали. На самом деле там ничего особенного не произошло. С Эмиратами все так же в порядке, все так же замечательно. Светит солнце, теплое море, красивые дома, там все условия для жизни замечательные, все нормально. То есть с Эмиратами проблемы нету никакой. Мы остались в России только по личным причинам.
Ой, очень. Ну, вот почти каждый второй спрашивает: расскажите мне правду, что на самом деле не так с Эмиратами? С Эмиратами все так, все в порядке, успокойтесь. Вот полтора года мы жили в Эмиратах вообще практически безвылазно. Ну, я, по крайней мере, хотя бы время от времени там улетал в Россию, был там пару раз на Украине, там был еще где-то, в Египте был. Но в любом случае, можно сказать, безвылазно были в Эмиратах. А Аня, она вообще безвылазна. То есть она только в Эмиратах была полтора года и ниоткуда не выбиралась. Ну, соответственно, за все это время, пока мы находились на одном месте, все-таки немножко это, скажем так, ностальгия-то она накапливается по родине. И когда вот мы приехали в Россию после полутора год нахождения в Эмиратах, действительно, мы это начали ценить, мы это просто поняли, что да, хорошо в Эмиратах жить, но про родину тоже надо не забывать и время от времени на родине бывать. Еще дальше вопрос, стоит ли ехать в Эмираты? Так скажу вам, ребята, да, конечно, в Эмираты ехать стоит. Это, безусловно, будет для вас бесценный опыт, это, безусловно, будет для вас новые впечатления, эмоции. Если вы внимательно смотрите наш канал In Dubai в YouTube и следите за каждым видео, вы, наверное, заметили, что практически все участники проекта In Dubai, у которых мы берем интервью, они все сходятся в едином мнении. За границей хорошо, Эмираты прекрасно, замечательно, но в любом случае по родине тоска наступает и... Бывает такое, что прямо хочется вот ехать домой, хочется увидеть родных, близких. Еще один очень популярный вопрос, который спрашивает у меня много людей: разочаровался ли я в Эмиратах? Я отвечу вам: конечно же нет, конечно не разочаровался. То, что мы испытали, находясь в Эмиратах, это был бесценный опыт, это были классные эмоции, классные впечатления. И я думаю, ну, такого бы я бы нигде больше не получил, как в Эмиратах. Еще вопрос от зрителей, от подписчиков: что будет с каналом In Dubai? С каналом In Dubai все в порядке, как вы видите, он продолжает свое существование, он развивается, регулярно выходят новые видео, конечно, не так часто, как хотелось бы, но все же они выходят по мере возможности, мы очень стараемся, чтобы они выходили как можно чаще. Большое спасибо за это Дмитрию Кучерявому, он практически самостоятельно один справляется со всей видеосъемкой. Также хочу вам напомнить, что паблик In Dubai и сайт In Dubai, они также продолжают свое развитие. Вы можете принять непосредственное участие, то есть написать со своим личным опытом, написать свои вопросы, написать что-то там, поделиться своим опытом, своим мнением. Пожалуйста, делитесь. Все подписчики и читатели это очень ценят. Мои планы на ближайший год – это развитие бизнеса по легализации документов. У нас грандиозные планы. Мы планируем выйти на весь мир. Дальше, значит, план номер два – это заново прочувствовать на себе русскую зиму, испытать морозы минус 30. Это, я вам скажу, незабываемое впечатление. И я давно их не испытывал. Я думаю, это стоит повторить. Тем самым укрепить здоровье, иммунитет поднять. Это тоже иногда требуется делать. Вот. И что касается Эмиратов, еще у меня планы в следующем году, в 2015, заняться вплотную продажи отелей в Эмиратах. Я планирую вернуться в Эмираты в следующем году, в 2015. У меня грандиозные планы, очень много интересных идей, очень много интересных мыслей, которые хочется осуществить. И пока, я думаю, как раз у меня будет достаточно времени, чтобы их повынашивать, чтобы созрели эти мои мысли и планы. Я думаю, много интересного ждет еще нас впереди. И мы с вами еще не прощаемся, мы обязательно с вами увидимся. Кстати, несколько людей мне писали такие вещи, что вот, типа, мы приехали в Эмираты, за вами переехали, и вдруг вас нету, как так, куда вы делись? Все в порядке, друзья, мы планируем вернуться. Наверное, многие из вас удивлены, что сегодня в кадре я один, что они нету в кадре. Я вам скажу, вот она здесь, она за кадром, она держит камеру сейчас, она рядом. Одно из следующих видео обязательно будет с ее участием. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал In Dubai, смотрите новые, ждите новые видео, смотрите старые видео, смотрите их внимательно, потому что там действительно очень много полезной информации. Даже до сих пор люди мне пишут вопросы, по визам пишут вопросы, по документам пишут вопросы, по правам пишут вопросы, и я даю им ссылочки на видео. И, соответственно, люди, посмотрев эти видео, говорят: о, как так, я их не видел, эти видео, когда вы успели их снять? На самом деле мы успели снять очень много видео. Пройдите еще раз по каналу In Dubai,
откройте, там есть специальная кнопочка «Показать все видео». Просмотрите все видео с самого начала и до конца. Я думаю, вы найдете ответы на многие из ваших вопросов еще в этих старых видео. Конечно же, новые видео тоже будут. Мы будем записывать их для вас, я думаю, как можно чаще. Мы постараемся это сделать. Ну вот, друзья, на этом и все. С вами был Азат, канал InDubai. Оставайтесь с нами. Аня будет в одном из следующих выпусков. Готовьте вопросы, пишите их в комментарии к этому видео. Пока-пока, до скорых встреч!